Всем привет, продолжаем играть TLDM. Значит, у нас прошло уже 12 дней. Заорка. У меня по-прежнему нет никакой брони. Но я думаю, что в ближайшем будущем мы решим этот вопрос. Так, сопроводить рабов Восточный Асгилет. Правитель Маранона ждет для вручения награды. За кем-то я тут гнался, но ничего не получилось. Так, сдадим пленников, он гондорских стражников. Они потом освободят пленников. Сами знаете, каким способом. Здесь у нас, в принципе, все тихо, спокойно. Единственное, что в Итиле они могут рейнджера попасться. Так, давай-ка управитель. О, красиво. Есть еще работа. Сопроводить обоз, ворочий форпост. Что у нас тут? Мордоровская. Меня смущает, что защита очень маленькая. 17. Денег у меня нет столько. Урокские поножи. Что с ногами? Бывает. Да, вот это, конечно, стрёмно выглядит. Как будто тролль какой-то. Вон, ну, эти кисти отдельно летают. Ладно. Короче, найдем. Надо подкопить. Так, короче, форпост. Получается сюда. Давай пошустрее. Да, блин, дай кликнуть на этот, на босс. Ой, плюс уровень. Очень медленно я, конечно, развиваюсь. Очень уж медленно, но куда деваться. Таковы у нас орки, слабоваты. Если у вас работа требует большой калибр, не всегда не сам т. А, металл, хорошо. Металл мы добудем, без проблем. Вернее, как с проблемами. Металл не так уж просто найти. Ну, по крайней мере, в моей ситуации, как я думаю. Восточный Асгилет. Давай, поехали. Так, а где какие-то вражеские... О! А, все, уже уничтожили, да? Может быть, сюда успею, тут дикие орки сражаются против разведчиков. Не вмешиваться. В смысле не вмешиваться? А можно бродячих орков тогда хотя бы разбить? А как мордоровские помогли им? Блин, ну они быстрее. Я их не догоню. Вот еще есть. А, догнал. Вообще супер. Так, давайте вы их обстреляйте для начала. Галыши этих. Не будем торопиться. Тихо-тихо-тихо-тихо, не надо. Многовато вас тут. Помогите кто-нибудь. Скотина, 4 урона, блин.
Уколол меня. Забивайте, забивайте. Пойдет. Очень странно здесь черные номинорцы выглядят. Я бы даже сказал, как-то кринжово, что ли. Подождите, что? Урочье копье? Интересно. Даже поставлю его. Похожу с ним вообще, может оно... Ну, в боевке приятное. Как знать. Где там мой босс? Давай, поехали дальше. Я там сознание чуть-чуть потерял, бывает. Так, ну вроде без происшествий. Там кто-то хотел на меня... А, дунланцы-изгнанники. Ну-ка, иди-ка сюда. Или они уже... Иди, иди. Сколько вас там? 8? Она говорит, орки, орки идут. А ничего, что мы на одной стороне, теоретически. Так, ну это копье... А, понял. С горой, понял. Ну, чисто колющее копье, оно такое маленькое, вроде, удобное. Фиг знает. При ударе сверху оно вообще пропадает. Странно это. Мы сейчас попробуем. Поколотим. Лови, блин. Вроде неплохо. Слушайте, я его пока оставлю даже. Это неплохо. Что, блин, а? Скотина, убил мне орка-лучника. Но пика реально неплохая. Опа, мы их пленников, получается, себе забрали. Ха, Стонгс. Были у этих плену, в плену, теперь будут у нас. Черный номинорец воин. Свирепый орк-лучник. Или кто он там? Так, тролля. Я вообще не уверен, что мне тролль нужен. По той простой причине, что они жесткие очень. В плане зарплаты. Они требуют... Ох, 150, нормально. Они требуют очень много денег, тролли, на себя. Насколько я помню. Это не есть хорошо. Так, у меня есть 1500, но... Мордоровская броня полководца, это на черного номинорца, к сожалению. Вот эти их платья лохмоченные. Урукская пластинчатая есть еще, вау. Вот когда за урока будем играть, я думаю, там будем вообще в шоколаде. Не, ну это такое себе, не буду покупать. Урукский шлем с клювом, у меня уже есть шлем, поэтому... Причем очень даже неплохой. Есть вот такой орочий. Есть, кстати, орочий копье с черепом. 25 колющий. Ну, по идее, это то же самое, но чуть тяжелее. Чуть короче. Чуть медленнее, вернее. Но чуть подлиннее. Не, меня орочий устраивает, в принципе. Может быть, на ноги что-то есть. Урукские сапоги следопыта. А есть не урукские, чтобы у меня... Ну, нормально персонаж не съеживался там. От этого всего не происходило. Так, а ну-ка стоять. Блин, а хрен ты догонишь. Они уже в этом, в Хараде. Пока я там еле тащусь за ними. Тут свои везде. По этому тракту, в принципе, только свои. Бедный северный Тилиан.
босс, восточная сгилят опять. Давай. Поручение. Разведчики говорят, есть деревня. О, ограбить деревню, кажется, да? Ханский лагерь, съездим. Вроде неплохие задания даже взяли. Так, начнем мы с лагеря, в принципе. Мордоровский крупный орк. Приветствую, будете нас сопровождать, так? Да, меня зовут Секонд. Боже, посмотрите на эту рожу. Ладно, давайте за мной, короче. Сейчас мы тут смотаемся в одно место. А тут же можно, по идее, на орков нападать. Так, ты кто? А, это кханское снаряжение. Пока не интересно. Пока что это не интересно. Мы не играем за варьягов еще. Так, а где же предводители тут? По-моему, там они где-то вообще находятся. Я плохо помню этот лагерь. Потому что я был здесь всего один раз в прошлой серии или в какой-то... Блин, кому там поручение? Письмо. Тебе. Что у нас по еде? 3 копченых рыбки осталось. Но это же лучше, чем червивый хлеб, правильно? Поэтому потерпят. Так, разграбить деревню. Рядом со стемнет. 2 дня, да? Ух, нифига она. Так, ну тут надо сбегать на деревню. Вариантов нет. Просто по времени это ограничено. Сильно. А босс-то мы сопроводим, а вот деревня. Разграбить. Надеюсь, сразу бой будет. Ну да, по идее так. Обычный налет орков. Чё, блин, а? Охренел, что ли? 6-й уровень пойдет. Вопросы. Задание выполнено. А вот теперь можно возгилят. Так, свирепый орк из Минасморгул, Мордор орк Рубака. Пусть будет из Минасморгула, без разницы. Сила, живучесть, наверное. 55 здоровья всего. Очень такой дряхленький орк. Так, нет, подожди, мы поедем через свои земли. Не надо нам через Рохан. О, вот здесь я помогу. Блин, у них лучники есть. Ты мой. Еще вопросы. Вы что, издеваетесь? Заколоть не можете.
Давайте к Ханде, блин. Че, вы не можете с всадником справиться? В атаку, короче. Бегают, походу. Догоните их. Убежали. Один у меня убит. Но зато есть пленник. Вообще, я рассчитывал на металл. Но так тоже пойдет. Оу, какой тут хороший бой есть. А чё? А, эти убежали? Так, ну вроде все. Откуда? А, это за ограбление деревни человечину дали, нифига. Так это профитно. Получается, не надо даже это. Доспех Лугбуруза. Воу. Подождите, Лугбурус. Лугбурус, или как он называется? Это ж, по-моему, так орки Мордор называют, разве нет? Или Черные Врата, что-то такое припоминаю. Могу ошибаться. Блин, вот броня мордоровская, орочи, неплохая вроде. Ну, неплохая в кавычках, насколько она может быть вообще. Клан, ботинки возьму. Нифига себе, урукский тяжелый топор. Ну я не урук. Или взять. А мне пофиг вообще. Зовите меня Урукхаем. Так, этого мы сдаем с потрохами. В прямом смысле этого слова. Наверное, его там съедят. То есть у меня есть колющие и рубящие. Я считаю, нормально. Что еще надо? Бродячие орки. Иди сюда. Да хрен ты за ними угонишься. А, угнался. Но это за счет того, что они уперлись в этот, в конец карты. Пойдем-ка я урукский топор опробую. Что со щитом? Тоже свои. Ну, неплохо, неплохо, пойдет. Но это немножко странно, что у меня два оружия, конечно. Именно одно чисто на укол, другое чисто на рубящий. Это хорошо, дубины на продажу. Пойдут чисто на продажу. Мордоровский урок рубака. Орк, вернее. Мордоровский урок убийца. Давайте сделаем убийцу. Нифига ты. Он, походу, с топором, короче, с этим ходит тоже. Интересно. Крупный мордоровский орк. Такие серьезные ребята уже становятся. Каленый орочий фальшион. Он слишком короткий, у него 65. Меч полуторник. Это для назгулов, для черных нуменорцев, для вот этих всех ребят. Мой обычный грязный вонючий орк. О боже. Поэтому нам не полагается такое оружие носить. А боссов Миносморгул, давай.
Так, сдали задание. Несколько рабов, всех, что обслуживают Мараннон, работают на полях окрест города. Неблагодарные свиньи, ведь мы оставили их в живых. Как я слышал, сейчас они бегут в Истемнет, так быстро, как только могут. Кроме того, они разделились на три группы, чтобы не изловили всех разом. Но я хочу, чтобы ты как раз всех изловил. Ладно, я попробую это сделать, но это непростое задание. Ты недостоин моих навыков. Ну и пошла ты, Берутели, а с своими кошками. Так, двух врагов взять, не вопрос. Ай-яй-яй-яй, блин. Вот за это я не люблю это задание. Так, в сторону Истемнет они, да? Но я их не догоню. Вполне себе догоняю. И тут еще надо будет, по-моему, проследить, чтобы они вернулись. Ну, типа, обязательно проследить. Они могут развернуться. И назад пойти. Ну, типа, они... О, видите? Как вот эти умники. А ну-ка, стоять. Давайте-ка в Мараннон быстро. Им надо было в разные стороны разбегаться. Да уйди ты. Подожди. Это обоз, который я должен сопроводить. Просто следуйте за мной. А вы возвращайтесь. Хорош, ну. Я помню, заваливал это задание с рабами. Но благо я не такой медленный. Да чтоб тебя, а? Иди сюда, гадина. А ну назад. Давайте-ка живо за работу. Блин, а босс еще мешается. Так, вот эти еще передумали. Разворот, разворот. А то я вам тут устрою. Отправлю вас всех в серные ямы. Так, вроде нормально, да? Все? Все. Так, это я сделаю. Надо сдать. Такое довольно геморройное задание. 7-й уровень. Танский лагерь, давай заедем. Для Берутели пока у меня ничего нет. Так, вот он вход. Да, вот она. Палатка этих главарей. Да, блин, нет. Не буду этого издания делать. Почему только Тараску? Кстати, Даранга хороший знакомый фракции Мордор, я повышу. Хорошо знакомый. Наверное, все-таки я считаюсь не как в фракции Мордора, а в Долгулдуре. Ну да ладно. Неважно, валюта-то везде одинаковая, поэтому какая разница. Здесь хотя бы есть чем заняться.
Так, ну вроде нормально. Еще сила, мощный удар можно, в принципе. Так, 1500. Блин, вот броня вроде, но... Не хватает мне все никак. Приходится еще припасы докупать. Но это ладно, это мы как бы еще поднакопим. Я думаю, все получится. Да, пленников еще найти, задание Берутиэли сделать. Так, это мы сделаем. Это неплохое задание. Диких орков-воинов. Хочу, чтобы ты поехал в Истемнет. Разведочка в Истемнете вообще не вопрос. Сделаем легко. Так, а ну-ка иди сюда. Ой, что такое? Край карты, да? Давай быстрее, тут квестовые уже появились. Стойте тут, короче. Теперь можно в атаку пойти. Кого ты замахиваешься, а? Все? Даже без потерь получилось. Даже меня не ранили. Вау. Куски металла. Куча копий, дубин. Удивительно, что есть вообще такой лут. Так, теперь вы. Я постараюсь аккуратненько всех их уничтожить, чтобы сразу выполнить задание. Там, по-моему, как раз столько же и надо мне орков. Но, наверное, я отвлечу. Идите-ка сюда. Понял. Понял. Выполнил задание. Ну, их раскидают. Блин, надо было только атаковать, приказать. Сейчас они лучников мне разобьют. Хотя лучники даже нарезают нормально. О-о-о. Ну это мой косяк, конечно. Не надо было так делать. Но все равно их нарезали. Блин, этот дебильный удар булавой, дубиной сбивающий, он просто раздражает. Ну давай, справься, ты дурак что ли с лука стрелять, блин? Пец. Ну, кто-то погиб, конечно, но в целом. И что, убивать не пойдете? Ладно. Один убит. Так, ну зато вроде как металлом, да, я обеспечил себя. Остальные клемаются, ничего страшного. Блин, ну как же я позорно там слился, а? Ладно, бывает.
Так, склад. Продаю вот эту всю ерунду. Вот это продаю. Металл я сдам для задания. Возьму-ка я снагу себе. Ну, можно вот этого еще взять. Так, а что у нас по кузнице? Можно латные перчатки таскать, кстати. Блин, вот очень темная здесь вся броня. И очень плохо видно. 1800. Мне хватает, если вот так сделать. Да, наконец-то броня. Я просто задолбался уже голый бегать, сколько можно. Иди сюда. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Подожди-ка. Сейчас тут разберусь. Ну вот, по крайней мере, на орка похож, да? Давай вперед, короче. Блин, надеюсь, опять урод с дубиной не попадется наглый. У меня теперь броня есть, так что посерьезнее. Что перехотел я пик убрать. Надо с топором тут ходить. Блин, все равно потери есть в таких боях. Как вообще так? Смотрите, не только глушают, но и убивают даже кого-то. Как это вообще возможно? Ну что, попадете в него, нет? Ну, походу уйдет. Если Нуминорец не догонит. Не. Что ты радуешься, дурачок, ты его не догнал. Двое убито, 7 ранено. Причем тут есть вон образцы оружия неплохие даже. Короче, копье я оставлю пока, но... буду топором почаще орудовать. Так, у меня, кстати, уже 2 ветерана есть, да? Черных Нуминорца. Мне, в принципе, это нравится. Блин, убежали. Ну и ладно, хрен с ними. Покинули отряд. С хрена ли они покинули? Что начинается-то? 24. А почему они покинули-то? А, ну может, зарплату сдержал? Ну теперь-то у меня есть. Возьму вообще всех подряд. Санни Горгород, обычных мордоровских ребят. И уроков придачу. Так, что мне там по заданиям? 26 дикие орки, разведки окрестностей. Да-да-да-да-да, и стемнет. Пленники и металлолом. Поехали, вы стемнет. Опа. 27. Это кто? Дикий орк воин? Нифига. Они на меня напали? Вау. Давайте попробуем еще раз. Может быть, оркам надо через полководца идти. Именно через харизму, через лидерство. Потому что ты слабенький довольно. Это же не урокам все-таки играть.
Да иди ж ты в задницу, это не считается. Нет. Это не считается. Меня мои воины не прикрыли. Давай заново. Ну где вы? Я готов на реванш. Давай, скотина, иди сюда. 20 против 32. Ну, будем считать, что это они. Так, теперь вы за мной будете бегать, задолбали, блин. Я тупо не смог, блин, отойти. Короче, я за вами пойду, ну вас нафиг. Танкуйте, блин. Конечно, что на меня полезешь. Скотина голая. Все? Всех нарезали, вроде да. У меня трое ранено. О, металл. Это хорошо. Вот теперь пойдет. Вот как-то так и должно было быть изначально. Так, еще один ветеран. Там, блин, один умирает, один апается. И в итоге у меня... О, смертоносный урок Мордора у меня есть. Смертоносный. Он типа крутой. Волчий всадник Горгород. У меня нет совсем кавалерии. Просто нет желания сейчас. Урочи обмотки. Три защиты, кстати. Если бы они мне раньше выпали... Так, держи высококачественный. Мордоровский меч. Мордоровская урочья тяжелая. Блин, мне бы, чтобы вот что-то вот такое. Мордоровская пика. Длина 200. Но зачем она мне? Так, можно, наверное, перчатки взять, в принципе. Ага. За 800 плюс 1 к защите. Уж нет, спасибо. Я лучше тогда войск найму. Хотя пока не надо. Пока не будем торопиться. Поехали. В Истемне там скоро же война уже начнется, да? 7-й уровень у меня. Ну да. Через один уровень война кольца начнется. Сорок орков. Погнали. Многовато, конечно, немножко. Многовато. Достань ты, ну. Задание, кстати, выполнилось. Зараза, блин. Смотри, что творится вообще. Режьте, режьте этих, блин, босиков голых. Куда это ты собрался, а? Говнюк. А, или это мой. Там, типа, он бежит. Нет, это был не мой. Нифига, это у тебя что за коса такая интересная? Можно мне тоже такое? Так, берем все, короче. Сейчас мне вообще все полезно. Блин, я вообще когда-нибудь вылечусь или нет, интересно? Или я буду по КД раненый ходить?
Надо пик убрать, короче, и на расстоянии от себя держать, стараться. Стемнет обнаружил ваш отряд. Я рад за них. Но я, пожалуй, свалю. Пока они не решили выехать за мной. Еще бродячие орки. Это же халявный лут. Просто берем вот эту пику. Как-то понадежнее, что ли. Орочье мачете есть. Не доверяю я этим вашим мачете. Так, с едой как-то у меня опять, да? Опа. Плюс уровень. Это значит, что сейчас мордоровский урок убийца. Давай. Блин, у меня же был один уже. Но, видимо, он помер. Так, харизма, владение оружием можно взять, в принципе. Так, надо здание сдать и разведка... Да, Мараном. Сгущающаяся тень, наконец, разразилась бурей. А тут то же самое все показывают, по идее. Ну, по идее, да, все то же самое, что и за светлую сторону. Хотя могли бы разные сделать ролики. Но он есть, этот ролик. Даже в стандартном Mountain Blade их нет. О чем тут говорить? Интересно, кстати, как их это записали. А, понял. Короче, подвылетела игра. Бывает, все это не рассчитано. Короче, я это дело скипнул. Так, мультик прошел. Далее что? Твоя голова внезапно наполняется видением, пылающим глазом. Повсюду вокруг тебя твои воины останавливаются как вкопанные. Каким-то образом вы знаете в этот момент, что все вы слышите один и тот же призыв, видите одно и то же видение. А великое искусство глаза без века... Велика сила Бородура. Глаза без век. Все, понял. Знание, невысказанное, входит в самый ваш бонус. Время пришло. Темный лорд приказывает, вы все пойдете на своих врагов в открытую войну. Придут заказы от господина в Долгулдур. Угу. Ваша роль поначалу будет не очень велика, но вы достаточно скоро докажете себя. Покажетесь. Докажете себя, чё? Думал, покажете себя. Война началась, начинается падение Запада. Понятно. Ну, за цвет, кстати, Гэндальф Белый приезжает, да? К нам и говорит, друг, ты нужен своей родине, иди помогай. Здесь такого нет, тут просто написали, что вот... Око приказало идти вперед. И все. Так, червивый хлеб. Переходим опять на червивый хлеб. Все. Закончилась халява. Можно перчатки взять. Ну, дорогая броня. Ладно. В принципе, я тут найму сейчас. Можно и варгов,
вот этих ребят, Горгорота. Очень много лучников тут. То есть прям такую заряженную армию я. 50 тел сделал. Сколько я плачу вообще? 500, да? Ну, плюс-минус мне достаточно столько денег. К лидеру вашей фракции, господин Уинир. Блин, отправляться в Дул-Гул-Дур? Серьезно? Держава Рохан стала сильнее. Теперь она очень сильна. Какие-то трусы такие выжили, попали в плен к врагам. Хочу, ты спас 4 пленников. Сделаем. Я работаю над твоим заданием. Так, подождите-ка. Местный управитель. Да, вот здесь еще. С 0 до 1. Так, гоблинов давай сделаем. Зловредные гоблины ночью по улицам нападают на прохожих. Ладно, погнали в Дул-Гул-Дур. Все-таки поработали мы здесь. Ну, если мы там нужны прям сильно, то можно, в принципе. Отменено задание. Подожди, а в чем причина? Че это ты передумал, а? Ну, кстати, ушел. Тут у нас очки снабжения Дул-Гул-Дура. Но, по сути, это то же самое, что и... Мордор? Разве нет? Я все еще немножко не понимаю, как это работает. Урукская пластинчатая броня, мордоровское орочье. Это то же самое, что у меня. Есть кривые метательные ножи. Можно вообще щит взять. Что-то как-то я не уверен. Подожди, а тут... А, управителя я не вижу. Да знать бы, куда он вообще пошел. Ой, нафиг его, короче. Ну-ка, иди-ка сюда. О, Лоринский дозорный отряд, 40. Только давайте в дневное время и не в лесу. В принципе, 50 против 40... Я думаю, тут мы сейчас погибнем. Высока вероятность. Поскольку эльфы, это серьезно. Смотри, рычат еще. Где они там, а? Ну, погодка такая. Самое оно для нас. Атаку, короче, я понял. Тут лютейший обстрел просто. В принципе, неудивительно. Дайте варгам проехать, блин. Воу. Я понял. Походу, тут нас разгромили, да?
Ничего не поделать, это эльфы. А у нас все лишь грязные вонючерки. И не сильно нас больше. Как помните, за светлых мы в 2-3 раза больше армии громили. Так что тут, в принципе, такая же тема. Они еще и отходят. Ты посмотри, какие умные. Ёлки-палки. Сколько? 24. Отступить. Да отстань, что тебе надо. Ну ты скотина тупая, блин. Ладно, сейчас вы доиграетесь. Идите убейте их, короче. Блин, уроды еще в меня попали. Ты посмотри, а. Я говорил, что я не люблю эльфов. Я говорил. Это на причину. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут везде они. Они везде тут просто. Ох, вы мне ответите, а. Я соберу такую армию орков в следующий раз. Заплутав, вы немного отстали от своих, как вдруг... А, да? Я понял, замечательно. В этой ситуации еще пауков не хватало. Ну это просто гениально. Он бежит. Чем пауков еще, да, не добавить? Скотина. Что ты сказал? Короче, понятно. Один. Понял. А по вещам что? Ну хотя бы хлеб не забрали. Ха. Так, ну деньги-то у меня есть. Да отстаньте вы от меня. Ах вы скоты, а. Сейчас я вам устрою. А можно мне тролля? Ничтожный червь. Да в смысле, дай тролля. Вот скотина, блин, а. Боевой дух ниже среднего. Да хватит ныть, все нормально. Сколько у меня? 16. Но этого мало. 15 против 15. Это, блин, смерть. Сейчас будет здесь. Посмотри, у меня голые, блин, снаги ходят. В одних шлемах. Меня напоминает. Хотя я тоже в обычной, как бы, говноброне. Не знаю, там, наверное, даже кольчуги нет. Просто кожа. А потому что ничего лучше я не нашел. Ну, получше есть. Не сильно, конечно. Но там дорого это очень стоит. Удивительно, как у меня ничего не забрали. Вот что меня удивляет. Стрелять, стрелять. Кстати, а эти лучники из Дол Гулдура, они прямо стреляют. Ну, то есть они не держат лук горизонтально, они вертикально стреляют. Забавно. Хотя вот этот вот, да... Вперед, короче. Пойдет. Воу-воу-воу-воу-воу! Полегче. Так и попасть можно в кого-нибудь. Понял. А меня всегда убивают. За орка это нормально. Режьте, режьте, блин, Бёрнинга. На, стрелу поймал. Стрелы такие здоровые, как будто, но очень широкие такие, оперение большое. Или так кажется просто. Убивайте их. Смотри, как режут, неплохо. Это бёрнинги, ты смотри, бёрнингов режет, охренеть. Вы чё, блин, творите? Свирепый орк из Миносморгула, имбище какая-то.
О, там вонючие эльфы есть, режьте их. Смотри, вообще имба, блин, зарешал. Вот эти вот следопыты лютые. То есть они лучники и еще с топорами ходят. Что ты, а, остроухий? Все, лови. Остался еще кто-то? Добивайте. Поле боя прикольное. Очень такое красивое, но с какими-то перепадами местности, мне кажется, тут переборщили. Не знаю. А вот так это все выглядит с другой стороны. Забавно, да? Кто там стреляет? Куда? Он что, вернулся, что ли? Ну ладно. Вернулся, чтобы умереть. Пятеро убито. Воителя мы хватаем. 27 дезертиров. Ёлки-палки, там столько орков. Орк-следопыт из Дул-Гул-Дура. Да, интересные ребята. Эх, и урукскую не поносить. Вообще ничего не поносить. Потренироваться. Число противников 1. Понял. Потренировался, проверяй. Я передумал. Так, надо нафиг отсюда валить. О, кстати. Наши тут ходят. Чё, чтобы ты, твои люди, убили меня. Что? Ладно. Так, нет, я это не буду делать, сам делай. А где еще полководцы? Где хоть кто-нибудь, кто может мне это? Вот он ты где. Задание выполнено. Поручение есть. Свежая кровь и плоть чудовища, зверя, чтобы... Дикий пещерный тролль. Поймай одного покрупнее и привези его мне живьем. Жальтесь, хозяин, зверя размажет меня как козявку. Я сделаю задание с троллем. Но вот где мне его достать? Вопрос хороший. О, кстати, орк снага. Хоть так. Так, ладно, а где тролля? Убить 24 Имладрис. Ха. А, ну воинов Имладрис, понятно. Дикого тролля. А где мне его найти-то? Если бы я знал. Ну, блин, мне тут реально не везет. В этом Дул-Гул-Дуре. Тут вообще все довольно печально. Ну-ка, иди-ка сюда. Лоренский разведчик. Иди, иди. Блин, 25 против 23. Да чтоб тебя, а! Давайте вперед, короче. Я в вас верю. Снаги, это ваш шанс, чтобы подняться.
Я понял. Интересно. Конкурсы у вас классные. Короче, Долгулдур этот идет нахрен, просто нахрен. С этими вонючими эльфами у меня всегда проблемы. Вообще везде. Вонючие эльфы, блин. И пусть эту клетку себе в жопу засунет. Давайте, гуляйте. Ты посмотри, а, скотина, сидит и ждет. Это просто мясо, чтобы до Мордора дойти. У меня все так хорошо там было. Надо было вообще Мордор выбирать. Зачем этот... Да ну нет! Да отстань ты от меня. Ну конечно там присоединяться к бою. Валим. Все. Просто нафиг. Вонючий этот Долгулдур с этими вонючими эльфами. Погнали в нормальные земли, где нормальные парни воюют. Ничего не знаю. Так, что у нас тут? Потом, может быть, как буду серьезно играть, я приду к эльфам. Я вспомню все. Прокачу какую-нибудь армию троллей или что-то в этом духе. Прям заморочусь и покажу, кто есть кто. Хотя я армию троллей не прокормлю. Это я так, к примеру. Претендент на лидерство. И секонд, вот что мы тебе скажем. Парни недовольны, хотят веселиться, они маршируют туда-сюда. Вернуться в строй, скотина, блин. Собрался туда устраивать цирк. А клетка у меня останется, интересно? Мне ее навсегда дали? Или заберут, как только я провалю задание? Блин, как же тяжело с доспехами, а? За орка. Сейчас он наберу себе сотню орков и буду ходить с ними. Орк снага. Я, кстати, очень маленькую зарплату, всего лишь 350 плачу. За 75 орков. Жесть. Ну тут не орков, ладно. 75, короче, армия. Количество наше все, короче. Тут по-другому, ну никак. Ну, допустим, кханские, да, бойцы ямы, вот эти метатели. Мне кажется, там можно отхватить. Но мы попробуем. Я понял. Мы не догоним. Ну да, треугольничек этот обойди, бермудский. Ух, ёж, сколько же вас много. Даже не верится, что это все мои ребята. Не понял, а ты чё, блин? Так, это на мясо сразу, надо не забыть потом. Сейчас я разберусь. Если стрела не пролетит. Скелетик лежит. А, все. Один убит, один сбежал. Сдо пленников получил. Сколько мне там надо? 4 пленников. Не, подожди, это 4 союзников. 2 пленников поймать. В общем, главное не забыть в следующей серии это все сделать. Вот, ну а на этом, я думаю, мы пока закончим. Продолжим тогда уже в следующий раз. На этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. До встречи.